На Желтый гор. Мне 5,5 лет. 20 про детский рассказ. Вчера мне рассказывала дедушка Жень. Отряд партизанский попал в окружение. Осталось у них 18 гранат, один пистолет и один автомат. Все больше в отряде погибших. Все крепче фашисты сжимают кольцо. Они за кустами, они за камнями. И крикнули: дедушка, родина. И все побежали навстречу врагу. И стали гранаты бросать на бегу. Все храбро сражались со смертью, забыв. И вот удалось совершить им прорыв. Сквозь лес по болоту они уходили, а деду медаль потом наградили.